В набережных Челнах готовится частично вывести из красной зоны горбольницу номер 5. Предполагается, что медучреждение будет работать по своему основному профилю не полностью. Как именно, станет известно чуть позже. Сегодня об этом журналистам сообщил руководитель управления здравоохранения Александр Николаев. Напомню, второй раз больница номер 5 стала временным ковидным госпиталем в конце июня текущего года. С учетом того, что обстановка остается напряженной, в настоящее время определяется формат работы стационара. Это возможность организации провизорных или инфекционных коек в условиях работы в штатном режиме.